Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Мы рады приветствовать вас на канале Инстафорекс ТВ. Вы смотрите экономические новости в студии я, Тахмина Соломова. Доллар США сегодня открывает азиатскую сессию снижением. Причиной тому послужило выступление главы ФРС Джанет Йеллен на симпозиуме в Джексон Хоуле, в котором инвесторы не нашли никаких намеков по отношению к будущему монетарной политике американского Центробанка. Пара доллар США иена торгуется на отметке 109.18, скорректировав движение после стремительного снижения. Но аналитики политики предполагают, что доллар США подешевеет к иене на этой неделе до уровня 108.20. Сам доллар с начала года потешевел против корзины мировых валют практически на 10%. Сегодня американец продолжает торговаться на минимальных позициях на отметке 92.48. Политическая неопределенность в стране сейчас станет не единственным фактором, который давит на господствующую мировую валюту. Теперь трейдеры усомнились и в вероятности подъема процентной ставки ФРС на сентябрьском заседании. Как это предполагалось ранее. В любом случае не стоит забывать, что на решение ужесточить монетарную политику Федеральной резервной системы по большей части влияют макроэкономические данные. На этой неделе в центре внимания участников рынка будет отчет от занятости в США за август, а также обновленные данные по росту ВВП во втором квартале. Поэтому вполне вероятно, что процентная ставка ФРС все же будет повышена. Вы смотрели новости рынка Форекс на канале Инстафорекс ТВ. До встречи!